Всем привет! Сегодня я получила посылочку из магазина «Мир вышивки». Сейчас хочу показать вам, что же я заказала. Так, для начала нужно вскрыть пакет. Вот такие у меня красивые ножницы из магазина «Ньючик». Сейчас мы разрежем посылочку. Если кому интересно, у меня в предыдущем видео обзор будет на товары с этого магазина. Так, а сегодня из магазина «Мир вышивки». Так, накладная. Накладная. Визиточки. Так, этот пакетик мы позже вскроем. Посмотрите, что я заказала. Это новинка от «Чудесной иглы». Вышла буквально недавно. Кстати, там еще есть новинки от «Чудесной иглы». Но поскольку у меня много наборов, я не стала жадничать и очень много заказывать. Закажу постепенно. Вот такой вот красивый букетик, солнечный летний букетик. Называется «Луговые цветы». Артикул 4081. Вышивается все на канве кофейного цвета. Ну, вы знаете, что я люблю наборчики от «Чудесной иглы». Тем более, что здесь комплектация ниточками и канвой гамма. Вот видите, наклеечка гамма. Практически все новые наборы от «Чудесной иглы» сейчас комплектуются гаммой. Это старые наборы, они комплектовались Бестекс, нитки там были. А в этих наборах уже почти везде идет гамма. Ну и, конечно же, тоже один из моих любимых производителей – это Алиса. Вот такие зайчики милые. Но вообще детские сюжеты – это не мои сюжеты, я не особо вышивала. Много детских сюжетов. Но вот эти вот зайчики мне приглянулись. Алинка сейчас вяжет зайчиков. Вы наверняка уже видели, какие она вяжет игрушки. И когда она начала вязать этих зайчиков, мне вдруг захотелось вышить зайчиков. Вот с такими длинными большими ушами. Пока не знаю, как и куда буду оформлять и когда начну вышивать. Но я так решила, что эти зайчики обязательно должны быть в моей коллекции. И вот теперь они у меня есть. Ну и вот такие наборчики. Это серия. Мои зрители, кто меня смотрит, постоянно уже знают, что я эту серию хотела. Хотя сначала я хотела две матрешки. Мне очень нравилась вот эта матрешка и нравилась вот эта матрешка. То есть я планировала, что я буду вышивать вот эти две матрешки. Но потом, когда я повнимательнее разглядела вот эту с кошечкой, думаю, ну как же я с кошечкой не вышью? Тем более она такая серенькая, как наша зайка. Очень похожа на нашу зайку. Ну и купила еще вот эту матрешку. А потом решила, если я покупаю три матрешки, ну тогда уже надо брать четвертую, чтобы была серия. В общем, вот такие четыре красотульки ко мне приехали. У меня на канале есть видео, где я вышивала четыре матрешки от фирмы «Алиса». Если вы думаете, что вышить всю серию мне слабо, нет, девочки, не слабо. Я вышила всю серию от фирмы «Алиса», матрешки 4 сезона. Они гораздо больше, чем эти матрешки, но все-таки я справилась. На полпути я не бросила вышивку. Все-таки я закончила все четыре матрешки. И есть у меня такое видео. Я в конце вам оставлю ссылочку на это видео, и вы сможете посмотреть. А так что, если я возьмусь, то я обязательно вышью и эти матрешки, все четыре. Но и хочу показать то, что было в пакетике завернуто. Ну, а в пакетике были завернуты крючки. Это крючки для вязания. Это для Алинки. Алинка вяжет игрушки. И для нее я заказала крючки. Поскольку я не вяжу, я не знаю точно, какие крючки лучше, какие хуже. Я заказала, какие были дешевые. Самые дешевые, что были, я заказала. Этот 2,5 размер крючок. Этот 3,5. Так, этот без очков не вижу, по-моему, четверка. Вот у этого крючка резиновая ручка, очень приятная на ощупь. Вот
А вот у этих крючков пластиковая ручка. Но вот этот крючок нормальный, ровный, а этот почему-то кривенький. Почему-то он искривился. Так, ну вот, все. В принципе, он легко выправляется. Вообще у Алинки есть крючки, я не знаю точно, нужны или нет, но вот поскольку они были дешевые, 25-30 рублей, еще и скидка там моя была, я решила их заказать, пусть будут до кучи. У меня тоже есть небольшая задумка, что я хочу связать крючком, но не сейчас, попозже, и я думаю, они мне пригодятся. Ну все, вот такая была у меня посылочка, небольшая, но все продумано, все дельное, все нужное, ничего лишнего. Большое спасибо за просмотр, всем желаю удачи, с вами была Инесса, пока-пока!